ответить за Дженсона, что сейчас мне будет очень нормально. Прям отлично. Так, Дженсон против меня играет, правильно понимаю? Вы такого командира еще не увидите. И не увидите, скорее всего. За мировую социалистическую революцию. Going, post, за Альянс. Ой, тоже неплохо. Сейчас, момент. Дайте мне Александр в команду. Все, я пришла. Ты рад? Ты доволен? Так, я... вот на 7 время. Через 5 минут я буду доволен всем. Слушай, ну это ты это зря. Это будет 9, а не 7. Надо подумать, какие песни начать петь ко второму раунду. Что так тихо-то? Господь Бог, тебе нужно было на танк садить, слушай, если ты решил это повеселиться. Ты так ты договорись, чтобы прикорло не было на следующей карте. За мировую социалистическую революцию. У меня какой-то кром стреляет. Есть тут мои товарищи? Вообще мы уже перекидались, вот... Переходи. Ты не поняла, кто с севера отвалился? Я поняла вопрос. Я поняла, потому что Тарин. Я товарищ. Верно. Друг напарник. А Сидрейн, кто отвалился? Сталинист или ленинец? Паладин. Апач, тихо. Переходите в игре в одну команду. Окей, давайте. Купачу, Unkind Land One, ко мне в команду переходите. Крома, Гуфи, Николай, какая-то дичь. Вадик 83 и Максим. Переходите все на сторону, где я. А остальные за нас играет. Да. Гуфи. А, себе. Тот самый Гуфи. Ага. Дайте мне по команде. Я сейчас так по команде, ребята. Берегись. Вам же, ребята, давайте сразу договоримся, да? Вам же нужен говорящий командир, правильно? Не молчащий. Я все правильно? Да. Именно он нам нужен. Все. Александр, если что, мне разрешили. Я тебе запрещаю. Не, ну будь с кем поговорить. Будь с кем. Понимаешь? Так всем молчать неинтересно. Чат общий же будет? Или нет? Не-не-не, мы будем 8-8 играть в раздельных чатах. А можно Дженсона нам? Поговорить не будет. Не, Дженсон по этот. Так он любит поговорить просто. Ладно, я там чуть-чуть могу сказать. Давай вот мне. Ну Дженсон конкретно. Александр, почему мне танк не дали? Ваш официальный ответ, заявление. Требую. Сейчас. Потому что нечестно тебе играть на танке против пабликменов. Я сказала, нельзя тебе играть против пабликменов. Серьезное заявление. По-моему, пабликмены не боятся. Вот, Николай. Защитить. Не боюсь, ни капельки не боюсь играть. Видали? Не, ну в принципе, если ты в моей команде будешь на танке кататься, мне без разницы. На самом деле есть разница, кто у меня команда. Командира завишу. Но на джеллабаде замеков. Ой-ой-ой-ой. Че они все вышли? Они что, номера не? Похоже на то. Well done. А че мы здесь сегодня все собрались? Повеселиться. Это у вас часто бывает? Нет, первый раз. Братишка, паладин 24, тебя починить? Да. Почини. Меня слышно? Слышно. Почти уже видимо. О, пизда на, пизда на. Смотри, что Т-90 едет. Отлично! Столько радости у человека, что он танк убил. А я с одного выстрела его убил. Дженсон, кстати, ему в башню выстрелил. На месте Дженсона, я бы, конечно, мне бы стыдно было бы. Ну, так он меня 4 раза в меня выстрелил, а я в него один всего лишь, понимаешь? Вот ловил. Ладно, что меня будет ремонтировать кто-то или нет? Появляйся инженером, будешь на мне сидеть и будешь меня ремонтировать. Не-не-не-не, я не из-за этого. Почему? А. Не из-за ремонтеров, это что? Да. У тебя это как его?
брезливость. Не, гаечным ключам. Сейчас я к тебе на машинке подъеду. Ты, короче, на танке будешь, а я на машинке. О, давай, отличная идея. Хорошая. Мне тоже нравится. Вот слышишь, вот, что мне в тебе нравится, ты башковитый, чувак. Ты сразу соображаешь, как лучше. Ты уверен? Да. Я всю жизнь сомневался на эту тему. Вот башковитый ты, вот сразу, ну, сразу понял, как надо сделать. Просто... Я тебе предложил хорошую идею, а ты еще лучше предложил. Заминируй. Мы с тобой сработаемся, а ты точно да. Сработаемся. Жалко, что это разминочка. Давай, давай, давай. Я его вижу, понял, он там, вдалеке. Тебе в танк сяду. Последний раз, когда я к Александру в танк садился, она говорила, что я у нее танк хочу украсть. Ты представляешь? Ничего. Ты бы заподозрил меня в такой вот ничтожном поступке? Молодушка. Да нет, ты что, ты доверчивый, нормальный человек. А она заподозрила, представляешь, какой у меня в шоке был? Полгода потом с ней в ссоре были. Еле помирились. Так, так. В смысле еле помирились? Я пришла к тебе, извини. Я чуть-чуть давай быстрее, забирай. По-моему, у нас два танка теперь в команде. Забирай, если Александр второй не сломает. Сейчас я заберу, дайте мне танк. Ну, как бы... Будешь ты меня тянуть. Ну, садись. Я к паладину. Тебе надо поремонтировать, скажи, пожалуйста. Нет, паладин нормальный пацан. У нас два инженера, кстати, в танке. Мы тебя так отремонтируем вдвоем. Да, побыстрее. Как положено. Два ключа. Два ключа. Кошмар. Не-не-не, надо песню спеть. Слушай, опять. Сядь, пожалуйста, к ней в танк. Пожалуйста, к ней в танк. Дай какие-нибудь песни. Пожалуйста, сядь к ней в танк. Меня ремонтировать надо. Есть с ней танцы, я знаю. Подъедь к этому паладину. А то он погибнет. Песнями или с танцами? Рампаку нет, у нас рампак будет. В смысле, а где он? Что там сегодня было? Стой, тихо, Апач, ну помолчи, пожалуйста, минутку. Где он? Где Рапан? За мечетью, за мечетью, АТшник. Ща я ему напишу. А. Напиши. Говорят, что в пить не в моде. В моде сейчас какой-то ЗОЖ. Я скажу вам при народе, ЗОЖ это вообще пиздёж. Ведь если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Если... Да я слышу, если нормально. Короче, я не понимаю, почему ты на Тегеймер не заходишь? Таких людей не хватает. Потому что у вас есть дикие админы, которые всех банят. Привет, Александр, как дела? А я еще думал, ехать, не ехать, наши, не наши. Это, кстати, был украденный танк. И он больше не появится. Держу в курсе. Ну и слава богу. Отлично. А у меня вот вопрос, а откуда они точку взяли? Им кто-то отдал точку? Да. А кто? Посмел. А Сибрейн балуется. Так. А так можно, да? Ну, как видите, так мы и выиграли все игры, если вы не в курсе. Да, понятно. Так, нечестно. У меня два зрителя, наверное, на стриме. Надеюсь, им весело. Так же, прикинь, на меня сегодня подписались твои эти... На меня подписался Марки, на меня подписался Мститель, и я счастливая. И кто-то еще подписался. Мститель — это я, кстати. Ну, а что это ты счастливая, да? Да? Я не помню, или я Максим Кузнецов, или Мститель, я не помню. Нет, вы подписались, я в шоке была. А просто ты Чиноля в команду взяла, там просто невозможно подписаться. Теперь надо обязательно твои стримы смотреть. У кого? Александра, он там, Александр. Рампагас. Он сзади, он по мне стреляет. Ну куда вы? Капец. Дайте кто-нибудь какой-то ссылку на, короче, на статус ты геймера. Я тебе скину позже. Не-не-не, сейчас. Now, please. Okay, okay, you want to speak English, right? Easy. Okay. Easy, please, lemon squeezy. Да говори, короче, чё надо тебе? Давай я ещё тебе ладу найду. Рампаш ответил что-нибудь?
Нет, у него просто... Найди, потому что он у нас, блядь, типа первый по пику, блядь, и его нету нахуй. Пух, первый по пику. Ща. Надо дракоши писать, пишите дракоши, куда она ушла? Тут мины. Где Александр? Кош. Собираем, короче, вон колодку 9 минут. А, вот. Я дракоши напишу, правда. Спасибо. Всегда пожалуйста. Спит будем, но... Так. Надо подумать. Сложно. Что-то я хотел. Дайте статуты геймера, ребята, кто-нибудь. Сейчас я тебе скину, позову дракошу и скину тебя. У кого какая стата на танке здесь? Кто танкист? Кто танкист? Я один танкист. Какая у тебя стата, Александр, на Т-геймере? Плохая. Какая у тебя стата танкиста? Я тебя сейчас сыграю, скину. Кто есть танкист на Т-геймере? Один есть. Я танкист, но у меня стандартные настройки сервера. Я ничего никогда не меняю. Что ты говоришь какую-то непонятную вещь? У меня стандартные настройки сервера. Что есть настройки? Я тебе говорю статистика. КД твой. Kill death ratio. Ну я не знаю. Я тебе скинула. Ты... Даже не знаю, что такое статистика ваша. Слышь? Американская. Ну, все слышу. Так. Значит. Что за статистика такая американская? Непонятная. Армор. Армор у Александры. 5.86. Значит, мы берем. Ого. Мы берем. А как тут других игроков искать? А, вот. Через. Только процент пиши в начале перед ником. Зачем? Процент? Потому что иначе искаться не будет. Процент пишешь и дальше нет. А танк не появляется на Москве, вроде должен появиться. Нет. Дракоша не отвечает. У меня приват. Значит, 5.86 у Александра было на танке, правильно? Да. У меня всего лишь 8.74. Вот. Но я наиграл очень мало. Это неправильная статистика, она еще там откалибруется. А вы что-то мне танк даже не дали, что-то испугались. Дракоша ничего не ответил. Дракоша-то идет, не придет. Дракоша ничего не ответил. Дракоша надо время, чтобы ответить. Кроме я так буду. Ну, можно еще кого-нибудь позвать-то, господи. Что у нас такой один? Дракоша, что ли? Есть такой игрок, как Warchild. А забанено везде. А почему Warchild забанили? Потому что. Хороший ответ. Вот именно по этой причине я на Т-геймере не играю. Именно по этой причине ее и забанили. А за что забанили? Можно позвать Слея. Так. Но я сомневаюсь, что он согласится играть с пабликменами. В смысле? Я почему согласился? Почему Слэй не согласится? Тоже верно. Но Слэй лучше не надо звать. Ну, тогда не буду звать. Чё ты мне тогда говоришь? Надо, а потом не надо. Не-не-не, я не про это. Я про логику сначала. Бля, да что ж такое? Давайте мыслить логически. У тебя уже не получится мыслить логически. Это еще почему? Потому что не надо было пить. В смысле не надо? Это самая лучшая идея, которая мне только приходила за этот вечер. Может, он не пил, просто накурился? Нет. Наркотики, тяжело, они запрещены законом с Российской Федерации. Трава не наркотик. Ухло, это тоже наркотик. Но оно не запрещено законом Российской Федерации. Ну, это наркотик. В рамках административного судопроизводства, почитай. Карается не употребление, карается распространение, я тебе как юрист говорю. Вообще, на самом деле, я нашла Алексея, но Алексей, у него еще минут 5 точно будет идти микс. Но он сказал, что придет. Ну, 5 минут, это нормально. Окей, я ему тогда зайду, скажу, чтобы он приходил потом в любом... Только тут не мудрите, как мы вот определили по ролям, пусть так и будет. Хорошо, да? Алексей к вам придет. Это же Айси Дрейн сейчас говорил, да? Да. Я голос его начинаю узнавать, неплохо. А ты что, за них, что ли, Айси Дрейд? Айси Дрейд за них.
Вот ребята, которые играют на Тгеймере, вы как считаете, у вас дружный сервер? Или у вас все-таки не дружный сервер? Меня постоянно банят там. Почему тебя банят? На незахвате все время кого-нибудь убивают. Что ты считаешь по поводу этого правила, что вот на незахвате никого нельзя убивать? Да надо разрешить, что игра есть игра. Да не, как потом зажмут и все, и не высунутся. А почему тебя зажимают? Чтоб не высунуться. Давай на ножах, хапач. Бывает такое, давай. Команда там посильнее, допустим, и все, и зажали. Видишь, изи. Вот, смотрите, я что думаю. В игре нет ограничения на наличие вражеской пехоты на базе противника. То есть сама игра, она как бы не против, что вы там находились. И вас никак не наказывает. Вот за пределами красной зоны такое ограничение есть. В Battlefield 3 такое ограничение есть. А здесь нет. Значит, разработчики-то вложили суть, что можно находиться на вражеской базе и что-то там делать. Убивать врагов, красть технику, взрывать там всякие объекты. Алло, алло, ты меня не слушаешь? Короче, слушай. Вот разработчики, они сначала сделали игру, да, недоработки были, их много было. Как-то интересно, вот... разговор ворвался. Прости, я просто с тобой разговаривал, но у меня микрофон был выключен, ты меня не слышишь. А я думаю, почему ты меня перебиваешь. Так. Слушай, логично. Разработчики в третьей Battlefield сделали все, что вот они хотели потом доделать. Понимаешь? Вот я на красные это зоны, они смотрю. Все сделали. Чуть-чуть они все сделали. Но, а здесь уже как-то сами администрация сервера доделают все. Ну, как бы, ну, не знаю, ну, можно зажать так, что просто выйдут все люди с сервера. Патройка совсем другая игра, что вы придумали? Друзья, давайте начнем с того, что вы соглашаетесь, играя с правилами сервера, когда на нем начинаете играть. Ой, я не играю на Тгеймере, я обсуждаю правила. Вот, ну, я про остальных. У меня батя тут тоже недавно решил бы изрейпить. При этом я ему говорила неоднократно, не трогай, вы не трогай базу. Да. Он молодой, наверное, да? Ему 39, да. 38, 39. А, да, да молодой у тебя отец. Че? Ну да, учитывая, что мне 19. Вот. А... Так вот. Я ему говорю, не трогай. Он продолжал, его забанили. Я ему говорю, так тебе и надо. Так что... Давайте правилам. Это карма. С бадди так и надо. Я продолжу мыслю. Я продолжу мыслю. Итак, Александр, вот говоришь, что я мыслить логически не могу. Ха. Вас зажимают, как вы выражаетесь, на точке, потому что стоит по 5 человек на хеликоптер-вертолете респе, и по 5 человек на самолете-вертолете респе, и по 10 человек на танковом респе, если это городская карта. Ты с Горшуновым когда-нибудь играл? Нет, конечно. Поиграешь, скажешь. Да скажешь, не дай бог. Вот не дай... Я себе скорее пиздец, мизинец там, правой там руки отрежу, чем нет, с Горшуновым. Ни авиации, ни техники, ничего нет. Вот. А если Бонзай еще будет на вертолете в его тиме, это вообще у нас просто ничего нет. Никакой техники. И речи не идет, только по пехоте бегаешь. Суть в чем? Много пехоты сидит на базе, ничего не делает, вместо того, чтобы бороться за точки. Потому что их на базе никто не обижает. Нельзя поставить артиллерию на хелипад и убить 10 человек. Нельзя ТВшками рейпить вертолет, который дудоны ничего сделать в воздухе не может. Нельзя, собственно, рейпить и самолеты, которые тоже дудоны ничего сделать не могут. А я тебе отвечу. Вот смотри, вот Горшунов летает на самолете. Нет авиации, ни вертолетов, ничего. Бонзай на вертолете. Нет вообще ничего, он просто даже пехоту сбивает. И все, пожалуйста. Там два синяка каких-то останется, которые будут захватывать флаги. А эти будут спамить, они по 100 человек набивают за одну тиму. И ты просто с авианосца даже не вылетишь никак, даже вот просто все точки займутся, ты ничего не сделаешь. Никто не сделает, понимаешь? Да. Еще можно так рассмотреть, что на паблик заходят, чисто все почились, и делают то, кто все там делают, что хотят. Я пришла заполетать на вертолете, я буду ждать рез по вертолету. Хоть 100 лет, хоть 20 лет, там, ну неважно. Вот, поэтому осуждать за зажимание на точке, это вообще бред, как по мне. Не все так заходят на сервер почилить. Кто-то заходит за серьезной командной игрой вообще-то. Ребята как бы серьезно относятся к каким-то там видеоиграм вообще-то. Что это такое? Зайти почилить, это я чё?
На работе, что ли? Ну, похоже на то. В игру надо заходить, бороться, побеждать. Зайдешь на этой геймер, победишь. Дух соревновательности. Будет победа без она. Процесс это называется. Да заходил я на этой геймер. Я смотрю, сколько у меня. Давайте я сейчас свернусь. Ох, унылое у нас начало. Ох, этот рампейдж. Ух. Так мы уже играем, да? Нет. Да. У меня 2 часа 24 минуты на этом аккаунте. Господи, как пишется на Kindle? Александр, мне нужна помощь. Подожди секунду. Unkindled... Unkindled One. UNK. О, есть такой. Так. Но здесь что-то в технике у меня КД-14. Любимая карта Кубрадам. Но я всегда на Кубрадам заходил. Вот у меня на Кубре, пацаны, КД в танке 14. Ретоните, пожалуйста. Как считаете, нормально? Вот, тут даже арта работает. И на этом... Короче, я 5 часов на Т-геймере отыграл с лишним. Апач, все. Сейчас заходит Алексей, давай быстро 2 минуты. Он уже зашел на сервер. Давайте быстренько расскажите, что делать. В смысле? Ну, чтобы... Все вспомнили, что нужно делать. Убивать врагов, брать точки. Что значит, расскажи, короче, что делать. Все, стой. Кто у нас... Ой, у нас номерки-то вообще не сделаны. Ну, вообще, да, наверное. Николай и Паладин, можете выйти оба и поменяться местами? Александр, неправильно говоришь. Что-то там Паладин, выходите с сервера, быстро. Вот так надо говорить. Николай, и выходите с сервера, Паладин. Пожалуйста, да. Сервера? Да, сервера. Дисконнект. Николай и Паладин, я скажу, кому зайти по-первому. Николай вышел, Паладин, выходи, пожалуйста. Обидно. Так, заходи. Теперь я буду плакать. Паладин, заходи. Нет, Николай, заходи. А, Николай, заходи, да. Окей. Я забыл, кто первый вышел, кто первый заходит. Все контролировать тебя надо. Не кричи на меня. Я не кричу. Так, сейчас. Пиф-паф. 1800 гигабайт, зайчик мой. Слушайте, это какая-то дичь. Я уже сейчас готов ко второму раунду. Так, Николай заходит, Паладин заходи. И Паладин заходит. Вот это тем. Нормально. Пол десятого мы заходим на сервер. У меня так-то уже 1:30. А где ты живешь? В Сибири. В Сибири, о, отлично. А город ты скажешь? Я... Это и есть город. Я хочу в Сибирь поехать. Ты подумай два раза. По тайге побродить. Просто. У меня тоже бывают такие мысли, но потом я просто на улицу выхожу, поброжу до магазина и обратно, и понимаю, что задея хуёвая. Да нет, тут прикольно, комары вообще... Заглядение. А, Паладин, переходи в нашу хорошо, команду. Что я командором буду играть. Нас зафулкапить. Делайте рестарт, пожалуйста. Ну, если мы сделаем рестарт, мы сейчас начнем играть. Нет, сделайте рестарт, все. Я напишу НЛ. Короче, рассказываю. Так, у нас получается Крома и Джаред, это Гуфи, даже, верно? Да. Получается, Крома и Гуфи у нас из Селла. Оба же рисуются, Апач. Да. Апач. Один или два СЛ рисуются вначале? Так, я был не готов к такого рода разговорам. Сделайте, пожалуйста. Понятно. Я понял. Я написал НЛ. Короче, Крома и Гуфи рисуются. И берут машинку и едут вот не туда, куда поехал этот. Короче, вот смотрите, вот за мной. Вот здесь. Александр, давайте я облегчу задачу. Я буду командовать, да, по ходу игры. Как тебе такое, а? Будет замечательно, если ты будешь командовать. Отлично. Ну, короче, я начало рассказываю. Скажи мне двух пехотинцев, которые командиры и сквад-лидеры, чтобы я бы им говорил, куда им надо шуровать. Крома и Джаред. Ну, там, я не знаю, можешь называть его Гуфи. Крома и Гуфи. Да. Я его не вижу в списке игроков. Гуфи — это Джаред Подолески. Джаред Подолески. Это Гуфи. Да. И Крома.
Да. Ребята, вы так попали, вы даже еще не представляете. Вот. А танкист кто? Паладин. А, паладин, да. А че вы мне не сказали, что на своих минах можно подрываться? Я не знал. Сочувствую. Так. Ну, нужно подрываться. My condolence. Александр, помоги мне. Condolence. Мен. Congratulations, you mean? Condolence, мен. Соболезнования. Condolence. Я не знаю. Мои соболезнования. Мне кажется, ты что-то не то говоришь. Я абсолютно так говорю. Мне не кажется так. Используй Google переводчик, пожалуйста. Сейчас, я уже полезла туда. Ха! Я знаю слово, которое не знает Александра. Ха! 100 баллов на ЕГЭ. Ха! Condolences. Condolences. Это сложное слово для меня. Кто знает, какие скороговорки на русском или английском? А! Сейчас я тебе расскажу. Давай. Жили были три китайцы, як за драк за дрони. Жили были три китайцы, цепы цепы дрыпы 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 бони. Вот они прижились, як на цепи, як за драк на цепи дрыпи, як за драк на цепи бони, на цепи дрыпы дрыпы бони. Вот они. Вот они на каком языке? Это русский. Это не русский. Это русский. Это не русский. Это быстрый русский. Это быстрый русский, но это не русский. Давайте другую. На мели мы налима лениво ловили, вы меня ли налима мне наленя, любви не меняли, вы милу молили, в туман лиман манили меня. Еще одна, граф Плато играл в лото, графиня Плато знала про то, что граф Плато играл в лото, а граф Плато не знал про то, что графиня Плато знала про то, что граф Плато играл в лото. Вот про графа мне понравилось, это уже на русском было хотя бы. Слушай, ты знаешь, уважение к тебе выросло чуть-чуть. За скороговорки? Ну, если бы занимался бы вокалом 11 лет, может быть, тоже бы. Так, мы уже, в принципе, готовы, Асид, все. Подожди, нет, полтора часа уже сборы я идут. Я ссылочку другану дам, и мы готовы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кому ты там дал ссылочку? Да, кому-нибудь. Ты в лид поскинул? Нет, конечно. Человек вообще в Battlefield 2 не играет. Сев который? Ты слушай, у тебя как-то разведка хорошо работает. Прям неплохо так вообще. Но я из ФБР. Тебе подожди, тебе это не русский. Давай, тебе давай. Этот сказал или ты сама догадалась? Да я видела. Где? Пацаны, какая тактика будет? У них вся тима АТшники. Там АТшники вся тима. Подожди. Ты кто голос, я тебя не знаю, ты говорил, какая тактика. Я тебе скажу, братан. Я сейчас так заряжен на игру, что вы такой силище еще не видели. Мне главное, нужно не растеряться. Простите, Александр. Тихо. Вот где сейчас стоит машинка, вот где Крома, вот туда прессуются 2 СЛ, и туда нужно будет проехать в машинке. Оттуда резается пехота, пехота не резается. И пехота, сначала пехота не резается, вам когда скажут, сквад-лидеры резаются, когда они приедут на место. Тогда вы резаетесь, и вы играете антитанками. Вот. Паладин, выйди из склада. Паладин, выйди из склада, тебе будет, когда тебе нужно будет зайти в склад, тебе будут говорить об этом. Напишите лайв. Да. Давайте я напишу. Ж лайв. Надо мины поставить на базе, а то они заедут сразу. Мины свои взрывают. Итак, поехали, товарищи, бойцы и не товарищи. Значит, танкист и машинка отправились куда-то. Машинка уже на маркете, кстати. Да, все, вот сейчас на маркете два пех, оба под фонтаном и один за домом. Они НЛ пишут, они НЛ написали. Рестарт, ебаш. Нет. Блять, кнопки не нажимаются. Сука. Ебаш рестарт. На отеле два этажа. Ебаш рестарт. Рестарт ебаш. На отеле. Рестарт ебаш. Да подожди, да успокойся ты. Я спокоен, как питон. Видел питонов когда-то? Они выглядят нервными. Вот и я так же выгляжу. Язык программирования. Какой? Питон, да, есть такой, кстати. А еще есть Apache сервер. Держу в курсе. Фланкер пишет лайв. Что пишет Александра? Александра пишет лайв. Что это значит? Это лайв. Пейджап. Поехали. It's my life. Now it's never. I'm gonna live forever. Не-не-не. Hello, motherfucker. Это... Don't say like that. Машинку он заспотил, едет на маркет. Дунчис куда-то там херачит.
Командир едет на крышу. Все, появляться, нет? Один пех лежит на отель. Сейчас ёв там. Какие-то вы медленные. Танкист, машиночка на тебя едет. Едет. Пех вышел, бежит. Смотри. Убивай его. Тюль. Красава. Я его убил. Красава. Теперь танк убей на отеле и пеха. Ага, там отельщик. Значит, какой там, значит, у нас Гуфи, Гуфи и Крома. Кто СЛ? СЛ Крома, Гуфи, херач на Джанкьярд. Прям вот сюда. По воде, по воде, беги на Джанкьярд по воде. Спочу маркет. Могу. Поспотай танк на отеле, танк пожалуйста. Танк поехал. Жди, сейчас. Даю Артюлю, Артюлю по маркету даю. Вы заходите после арты. Но там никого нужно, нужно этому, который сейчас не СЛ, я опять забыл, подождите. Хочу. Гуфи, Гуфи, надо идти на джан. Гуфи, не воюй, иди на джан. Пех один проходит на мечеть. Так, танкист. Момент. Простите, кидайте сэплай. На тебя танк едет, пушит. Будь аккуратен. На флаг заходите. У нас уже на мечети враги. Под флагом. Пач, фиговый из тебя этот. У нас на главке уже толпа. 3 секунды. Как тебе такое, а? Гранату кинула. Это из меня фигов. Я-то своих убил. Все это, не выпендривайся. Нет, все, долго скидывай. Так, 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 надо резаться на лидере, резаться на лидере. Суициды прожимаем и резаемся на лидере. Да все, меня убили. Суицидики прожимаем и резаемся на лидере. Это не суициды, он уже сдох. Отлично, резаемся на лидере. Что толку, он в 2 шагах от меня был. Не отъезжай, паладин, я тебе саплай кину. Во флаг заходите и воюйте по флагам. Не отъезжай. Послушал человека. Надо мне отъехать. У нас 2 машинки сейчас будут пушить мечеть. Стань с Тунчеса. Нет, Тунчес откатился. Сейчас я вдам. Да. Тунчес и пехотинчик пушат оттуда. О, мы мечеть. Но он не пушит, пока не делает. Нам нужно, чтобы Гуфи проходил на джанк. На мечети есть еще кто-то? Сейчас проверим, не должно быть. Все, минус, минус. Крома, проезжай по это по дуге на джанку. Ребята, на вас арта стоит, уходите из-под арты. Уходите из-под арты. Сейчас проедем. На засаду нарвались, и тут много было. Сейчас все заново. Если танкист имеет номер, дайте ему это место сквади и... Заходи в сквад, паладин. Паладин в сквад. Сейчас, сейчас. Паладин, отступай. Машинка на к нам на базу едет. Надо ее встретить. И пехота проходит на мече. Ты у них хатэшников дохуя, ебать, копать просто. Правильно делают. Да я на дефиле. Я пока поехал. А у нас один АТ-шник, да. Отсюда, на глав. Машинка подъехала. Бег под флагом. Да-да-да. Пар, всё-таки тебя нужно было. Тут танк АТ-шниками. Сейчас я появлюсь. 3 секунды. Все, я минус 0. А. Если что, я мертв, от меня ничего не просит. Да мы тебя тоже так ничего не ждем. Надо было. Нам нужны атаки на джанк. Нам еще все взрывает. У нас целая так, толпа на базе. Нам сейчас нужно будет танк забрать. Не украсть. Попробуем. Базу возьму, сейчас наш. Не возьму. Чего вы взяли?
Нужно на главке резаться, не резайтесь на левую, резайтесь. Я забираю танк. Дайте мне танк. На отеле, за камешком, короче. Танк угнали на мечети. Ну это конец. Ах ты. А тэшниками на мечети только резаться. А у нас больше нет флагов. Блядь. Или отель. Блядь, не добили. Да, все. Фу, приехали. СЛ на танке ездить, я думаю. Давайте я в танк сяду. Факир был пьяный, фокус не удался. Давайте я в танк сяду. Вот это сейчас обидно было, ну ладно. Ты хочешь в танк сесть? Конечно, я хотел изначально. Ну давайте тогда... Садись в танк, то или я... Слабая сторона будет. Мы за с**ну проиграли 170-0. Поэтому я не вытяну в любом случае. Танкисты и в помощь ему инженеру нам. Нет, мне не нужен помощь инженера. Давай, паладины, этот, выходите. И ты. Ты самый. Ты самый, я так понял, это про меня. Да. Опа-на! Козырь надо разыграть! Паладин, выходи с сервера. Хорошо. Не в паладине дело было, на самом заходи. Деле. Это паладин. Понятно. Да. Ремарочка. Ща, я потерял пароль. Пароль потерял. Пиф-паф. Нет, я такой не напишу. Может, и напишу. Ажи. А Сидрейну не нравится. Поделились плохо, явно. Не должны меки проигрывать так жестко. У них пехота сильнее. В плане перестрелки. Больше. Но у них бегало все тэшники, со всех сторон ракеты летели. Кто там у них был сильнее? У нас один тэшник был, Александра, и все. Кто будет командиром, если будет танкист? Я бегал постоянно тэшником. Да-да, были там постоянно тэшники, так что это... Кто будет командиром, если я буду танкистом? СЛом я. Нет, Гуфи и Крома останутся СЛом. Кто будет командиром, если я буду танкистом? Паладин, будь командиром. Давай. Вот и все, решали. Паладин, заходи на сервер. Все. Фуф. Слушай, Александр, давай ты договоришься с ними на какой-нибудь танкистскую банку. Где танк хотя бы? Так вот здесь есть. По-братски, так сказать. Так здесь разве что нет танка? Так следующая карта говорит Blue Pearl. Blue Pearl или нету танка? Там беттеры есть. Не-не-не-не-не-не-не-не. Беттеры это не танк. Серьезно? Да. Велосипед это не мотоцикл. Так точно. У меня пули подозрения. Что ж так все плывет, так господи. Паша, давай как старый добрый, ты меня сейчас не будешь чинить, я на тебя буду психовать. Я, видишь, я говорю, мне человек предлагал, сейчас говорит, давай инженер с танка. Я говорю, нет, это хрень. Инженер, вот у меня в танковом гайде будет сказано, что инженер должен бежать и убивать врагов, а не чинить танк. Это плохая идея. Практически всегда, с исключением редчайших тактических ситуаций. Будешь мне чинить? Да, конечно. В смысле не будешь? Мы друзья. Мы. Чини давай. Чини говорю. В смысле нет? Это значит, что я не буду выходить из танка и чинить тебя. Это значит нет. Резко. Окей. Сейчас зовут какие еще фамилии. Ох, сейчас покатаемся. Сейчас Эсэлла также едут на маркет.
Паладин, заходи в это в командора прямо сейчас. Короче, Александр, если мы играем этот раунд лучше, чем предыдущий, то нам нужно играть танковую карту следующую, при любых. Если мы играем этот раунд так же, как и предыдущий, то нам нужно менять составы. Хорошо. А Вадик, ты нафига резнулся? Ну что ты так? Хоп-хоп-хоп, быстрее. Машинка, я тебя пропускаю, еду. Резнулся. У меня номер есть, да? Да, должен быть. Машинка нет. Делаю рестарт. Да делай распроси. Надо машинку перехватил. Они просто не успели на маркет первыми. Так. Да мы не сказали, что лайф. Так, паладин в командира, вот и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Блин, там Эсси Дрейн на базу едет. Чё он такой продвинутый? Ты чему его там учила в своих крабах? Жизни. Опять машинка едет. Ладно, я поеду по дуге перехватывать. Кто нас командир? Паладин, ты используешь третье приближение? Нет, не использую никогда. Эх, наша атака захлебнулась. Играет ли Apache Seedrain? Машинка минус. Дядя Паладин разобрал. Танк на атаке. Че, кажется, прохватился не ходил, даже еще ни одного не убил человека. Да, есть такое. А дядя Паладин убил. Кстати, сложно. Потому что у них отличница дофига, я же говорил, что вы мне не верите. Я что, на дурака похож? Дело не в отличнике. Я тебе говорю, дело в отличнике. Танк минус. На главную машину. По-моему, машины минус. Нет, не минус. Нет. Вот теперь минус. А там Алексей три топора играет. Там на главной дороге вот у тебя почти тоже будет. Нет, ты зря. Саплай просто так не кидает, только если. Джакьярд есть. Джакьярд. Пацаны, Джакьярд отбирают. Нужен один человек на джанке. Все. Просто сядь во флаг и сиди. И он вышел ко мне сразу. Он ко мне вышел сразу, я тебе говорю. Ну не надо было к нему идти. Так, мы Джакьярд победили. Командир. Все, Джакьярд минус, короче. Там команда. Дохера. Все, на прессе. Человека 4-5. Ну они флаг сами, да. Где танк? Давай сходим. Вон тут зайдем, за зданием. Джакьярд, все, минус, отбил. Ку нажми. Не-не-не-не, нормально. Ого.
Сейчас появился точно. Один человек там на джанкарде. Лайки дать? Нет. Танк тихо. Я не на позиции. Ну, может, на мне появляйтесь быстро. Стреляют. Вот сюда, где я, дайся. И слева сзади. А, защищайте главку здесь. Минус танк. Я его минуснул. Красава, красава. На Джакьярде бегал. Джакьярд АТ-шник. Прям. Один пех, появитесь на Джакьярде. Сейчас я арту взорву. Идут, поднимаются на этот, на Москву поднимаются. Они там убивают постоянно, три раза уже на Джакьярде убили. А ты сиди и... А, да, да. Сейчас джанк спустят. Да, спустили, вот сидел я. На крыше, злый день, на маркете. Попробуем. Нет, говорю, не кидай, пока не попрошу. Нет. Нет. Будь пехотинцев возле отеля, со стороны джанка. Между отелем и джанком есть какой-то. Где-то за развалинами самолета. Могу появиться, смогли понять. Дай сапплай прямо на меня. Или скажи, сколько секунд. Подвигайся, не могу появиться. 2 секунды. Справа от меня кидай, где-нибудь на дом или рядом с домом. Джанг. Можно меня скидывать на джанку, я не знаю, крыша. Машинка на ничего, тебя хотят бы практически не зарек. За машинкой за красным. Владину вручную спотом. Машина проехала. Фонтан. Подъеду на марке. Владин, ты следи, чтобы там это. Ты когда скан делаешь, у тебя тебе нужно подождать, у тебя когда. Смотри, слева от меня, а слева от танка есть красная машина. Кидай за нее сапплай. Промахнись. No. Понял. Один внутри от меня пишет.
Сейчас танк нас пустые. Они все на голову летят. Арту, давай тебе. Четыре клопа. Вообще офигенно. Он скатился. Арту, давай тебе. Вадим, у тебя там рядом стоит редактор, ты следи, когда тебе будет суплай на него, да, ты его тоже будешь. И там еще что-нибудь, чтобы их радара не было. Если нет, то не будет. Ага. Вот. Зайдите к нему там, в дом. С отеля. Все разнесли? Отель забирают, да, отель забирают. Если нет спота, я ничего сделать. Ну вот радар появился. У нас и на базе есть два. Слева, слева, смотрите, появился слева. У нас на мечети два пехотинца. Нужна ниже Никола и Вадик на мечети. Танк появился. Танк крадите. Забирайте танк там, если кто может. А кого убрал? Прям там стоит. И второго. И второго. Крома, стой на меня, скажи. Хотела нас. Я уже практически приготовился. Танк у них тут. Нужно появляться тэшник. Склад АТ-шники нам не нужны. Крома, скинь склад. Нажми выйти. Никола, на мне АТ-шники появились. Иди убивай танк. Кто-то проходит на жопу. Ладно. Крома, я на тебя обратно сдаю. На главку кто-то прошел. На машину. Проехала машина. Еще одна машина подъехала. Чисто, на маркете кто-то один есть. Блин, на крыше. Прям на крыше. Спать танк. Крома, не появляйтесь, никто не появляйтесь. Крома, дай сгай. Крома, скинь склад. Крома, выйди. Крома, выйди. Вот она мне сейчас. Ходи. Секунды говорите, сколько это было. Медика. 8. Маркет отобрали. Не убегай с флага, сиди во флаге. Чканул, чканул. Москву опять отбирают. Появитесь кто-нибудь один на Москве, пожалуйста. Владик или Крома, на мне инженером появитесь, пожалуйста.
Танк разобрал. А где тут кто на москве-то? Вадик, Вадик, ко мне инженером появись быстрее, да, тут много, новый. Отель почём? Всё, подожди, не стой, не двигайся, стой, не двигайся. На Москве, на Москве. Москву всё отобрали. Москву отобрали. Я скинул обратно на Крома. Нужно танк убить теперь. Танк убили, кстати? Танк убили давно. Всё, красавчики. Хоть отель. Да, я ж на Москве был, как я могу сплотить? Появляйся на джанке и спой. Сейчас. Я там минус новую парочку. Они меня толпой не могли убить. Я там спрятался. Дай саплай слева. На джакьярд отбираю. Куда мне прятаться? Он, чувак, меня спотает, и подъезжают люди, и меня убивают намеренно. Это не случайно происходит. Ты зря не попал. Джанк еще не отбивает. Все нормально. Да я тут просто сел и убил. На джинке арт идут. Полкой. Берут. Давай опять, чтобы я звезд начался. Он уже был. На Москве двое, и машинка едет к первому складу. Два дня опять убили. Джинке арт забирает кто-то народ. Блин. Танки сзади тебя, сзади тебя он. Суплай кидать? Нет, жди. Этот, помогите с танком. И приезжайте на мечеть, у нас дуга открыта. Я на танк артуки. Если кто-то мне выстрелит для тэшки, просто скажите, в танке раз. А где танк ты сам? Умей на маркете, на маркете. А, сейчас. А, он минку положил, я понял. Танк раз. Я с танком уже не помогу. Кто-то справа проходит. Танк два. Приезжайте прямо на мечеть, просто гоните на мечеть. Суплай скинь. Только по споту желательно. Дроп на этого, на Джеральда. Промо выйди. Промо выйди с пада. Смотри, там где я, слева от меня сам. Ну почему не спотал, где машинка стоит? Танк раз, танк босс. Блин, пораньше. Он появлялся. Кто командир? Один на джанке. Убивайте. Мина, ёмно. Думал, проеду. Крома, скинь сквад. На меня сейчас появитесь, а ты разобирай. Никита и Валь. Машинка едет к первому. И там бабки выйдет. Да ну да. Где появляться опять? Неважно. На джеке машинка появится. На джеке. Нет, ну, нашли, зашли уже.
Почти. На крыше сидит, на крыше. Так. Напач, все, не видать тебе танковые карты. Это еще почему? Ты же сказал, что если выиграем, тогда это. Тогда надо танковую карту. Наоборот, это сказал. Именно это я и сказал. У вас один человек джанк берет, убейте его. Он где-то в коридоре сидит. Нет, он наверху. Он на крыше. На крыш! Танк поехал на первый. Сука. Не дает, да. Да, он лежит. По трубе надо стрельнуть. Во. Заблокируйте просто флаг и все, не дайте ему взять. Не надо его лезть, загреньте. Теперь кидайте гранаты. Чё, какую карту? Сейчас подумаю, дай подожди. Надо, я думаю, еще принять. Вот. Обезболивающего. Боль не вылечит, а птичка Рей спасет твое сердечко. Тут. Че самое танковое из всех танковых, тунчесовых танковых татанков? Апач хочет танк, требует. Каркан. Мы выберли как раз его 0,1. БТР есть, давайте Road Rage сыграем, а? Не-не-не, Road Rage это не танковая карта. Так, подожди. Выбор между Маштуром... Не, выбора нет, а Блютеру включается. Не-не-не-не-не-не, я не согласен. Ну мы быстро сыграем Блюперл. Блюпер будет не с ней интересно. Где этот Айси Дрейн? Давайте его сюда, мы договоримся. Он с тобой разговаривает. Айси Дрейн, давай поговорим. Я Блюперл включаю. Нет, давай мы не будем включать Блюперл. Будет неинтересно, но вы вынесете нас очень быстро. У вас Алексей, так нечестно. Ну, и чё, при чём тут Алексей, блять? В принципе, что значит, при чём здесь Алексей? Алексей хороший сквад-лидер, он проходит, делает фулкапы. Он не сквад-лидер у нас сейчас. Значит, он хороший пех, он проходит, делает фулкапы. Разница невелика. Не надо так делать ему, значит. Вы выиграли за американцев. Это как бы, это в принципе говорит о том, что наша команда профнепригодна. Поэтому пощадите и давайте не будем играть в Блюперл. Решал. Ему чуть-чуть не повезло. Без лаунчера он просто был. Кто? А что? Лаунчер он бы всех был убил. Все, вот я сейчас для всех объявление. Значит, все, кто играют... О, не, подождите, на Твиче такое нельзя говорить. Все, кто играют с Ю-лаунчером, все редиски. Я сказал. Точка. Но у них дальность обзора больше просто и все. Редиски. И лучше. Редиски. Но у меня его нету. Я... Ты не редиск. Я на хабе. Порнохабе играю. Красава. Понимаю. Итак, так, может склад лидера поменяем, ладно, или нет? Ладно, пацаны. Ладно. Я, короче, все сказал. Я не в батарее, я командир. Меня не колышет. Хорошо, хорошо, отлично. Но этот AC Drain, ты тут? Где этот AC Drain? NL. Он тебя кинул. Подождите, кнопки NL. И life. Спасибо, Жансен. Сейчас приду, подождите. А что делать? Кислотный дождь. Смотри сюда. Если мы играем эту хрень, то мы играем очень быстро и все заканчивается. Будет невесело. Если мы играем что-то, где нормально, то... Ну мы сейчас сыграем, посмотрим, как пойдет. Если быстро закончится, что-нибудь еще сыграем. А люди не уйдут? Ты обещаешь? Ну, люди... Ну, спросим людей. Люди что скажут? Смотри, ты будешь моим врагом, если нарушишь данное слово. Значит, мне нужно некоторое время, примерно около 2 минут, чтобы сделать очень важные дела. Надеюсь, вы подождете. Если что, я командир. Держу в курсе, я отошел. А что ты будешь делать эти дела? Что за дела у тебя там? Enemy, enemy, you, enemy, you, on the move!
Заходит на флаг. Спасибо, ты микрофон забыл. Ну, как говорится, между первой и второй перерывчик небольшой. По одну карту. Ты пописать сходил? Честно скажу. Не отказывайся отвечать на этот вопрос. Вообще и так понятно. Действительно, какие еще я очень важные дела мог решать в 22.00? Выпить, например, бутылочку пива, стаканиться чуть-чуть. Я ненавижу пиво. А ты не пьешь? Правильно. Вот вообще, вот люди не должны пить алкоголь. Я вот не пьющий человек, на самом деле. Без шуток. Я вообще? Вообще, я не пью. Тебе сколько лет? Мне 26. Я до 28 ни разу пьяным не был. И тебе сейчас 28, да? Нет, мне сейчас 30. А, ну по голосу вот я бы дал тебе, я не знаю, 24, наверное. Если ты меня в лицо увидел, ты мне дал бы 18. Максимум. Потому что ты, наверное, не куришь и не пьешь, правильно? Нет, ну курить совсем как бы надо быть не это, не умным. А Сидрин спрашивает, когда рестарт? Да, это пофигу, я 15 лет курил. И тебе сейчас 16. Так, я, если вы не ждали меня, я готов. Я такое редко говорю, но я готов ко всему вообще. Рестарт? Все на месте, я даю рестарт. Так, что будем делать? Какой план атаки будет? То, что я вам скажу, вы все равно не сделаете, поэтому просто заберите олдсквер, возьмите БТР и что-нибудь придумайте. У вас, кстати, номеров нет для БТР, держу в курсе. Так, я нажал командира, я не помню. Но сейчас я нажал, это главное. Я командир. Паладин. Ну вы бегите на. Ты БТР. А я на Е. Паладин. БТР, БТРчик будет лучше. Понимаешь? Командир на 12 секунде. Как вам, а? За мировую социалистическую революцию. Молодец, за 1 мая. Да. Пролетарии. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Так. Значит, с почвы. И что я вижу? Одно тело. Одно тело бежит на ярд, и одно тело бежит на олдсквер. Олдсквер, почему, пацаны? И они сразу сюда побегут, сразу, там два человека на ярде, и пока все еще один олдсквер. Даю юаф. Даю юаф, три на ярде, пока и все еще один олдсквер. Они, кстати, правильно все делают, ну и вы тоже, в принципе, неплохо. Ну, вообще, плохо. Я возмущен. А это можно было? Я так, какая свернулся. Кнопка? А, какая кнопка? А, злыдень отлетел от сервера. Да, а почему пауза тогда? Поэтому пауза, потому что он отлетел от сервера. Выкинул, а он сейчас... Это автоматически пауза или кто-то делает? Это я антыкнул. Ты тыкнул? А как тыкать на паузу, скажи, пожалуйста? Блять, кнопочка это должна быть. Данного. Какая кнопочка? Как можно она называется? Сказать, я... Раз в 2 минуты, короче. Да, так хорошо все начиналось. Да и не заканчивалось пока что. Ну. Вот вы когда выпиваете, вы за что выпиваете? Какой тост произносите? За мой китайский. За китайский Александр. Да, мне сессию скоро так-то сдавать. Я когда выпиваю, поднимаю бокальчик, вот так вот произношу тост. Но я когда выпивший, я намного больше говорю, поэтому я редко... Слушай, я тоже, я так-то молчаливый, я не могу. Я тоже, у меня вот с дикцией прям... проблемы, когда я... Боже, что это случилось? Игра началась. Где-то зарепило у кого-то, слышали? Когда я бухаю, я бухаю. Склад-лидер, склад-лидер, склад-лидер там!
Спасайся, арта. Отлично. Чем мне медиком делать против бетки? Короче, я имею. АТ-шками давайте БТР разносить, а то... Меня поднимите. Да тебя уже некому поднять. Внизу убейте того. На маркет проходит. Три тела. Сука, блять, убил меня. Педик. Такой. На маркете резайтесь, тут дофигища. Если нас сейчас маркет заберут, будет грустно. Блин, я на маркете. Маркет. Ну, тихо, прожмите несколько человек. Кого ты репишь? Не я один это слышу. Да, у кого-то репит. У кого репит? БТР минус. Да капец какой. Орбит, и на аутсфере есть тело. Если имейте подымение. БТР едет на аутсквер. Без медик, аптечку. Блять, сколько их тут? Руш хрипи. Даю ёршик. БТР, убей вот этого пехотинчика. У нас два... Надолго упал? Кто теперь выпал? А со стола упал или куда упал? О, все, я у меня что-то с интернетом произошло. Первый раз. Я поставил на паузу. Да, я сейчас выхожу. Ну, с интернета могло произойти что угодно. У меня первый раз такое, у меня никогда не было такого. А, ты игру перезапускаешь или просто заново? Не, я уже, я на сервере. Там кушает, скажи, пожалуйста. Это наш склад, командир кушает. Я больше чем уверен. Как мне назад вернуть? Ты с нами. На главку опять проходит. На маркете. АТ-шники все. Вот у них как все тимы может АТ-шником быть? Человека 4, наверное, точно. Вот я убиваю чисто АТ-шника. 5 АТ-шников убил. Как они с этой херни стреляют? Я не понимаю. Там не попасть. У кого рыхлит микрофон? Наверное, у меня.
Простите, пожалуйста. Мне... О, все, не репит. Ты там, наверное, кушал, да? Нет, я перепаивал наушники пару дней назад. Бывает, что... Ну, я не изолировал провода, я как бы ленивый, у меня изоляции нету, поэтому бывает. А, бывает, да. Вы говорите, я починю. Командир, к тебе прошли. Командир. Бля, командир. Командир погиб. Командир погиб. Привет. Сейчас появлюсь, дам спор. Всем секунд. На главке уже есть. На маркете? Александра. Александра, да, ты слышишь меня? Да-да-да, я здесь. Тебе нужно применить свои дипломатические качества, которые ты развиваешь в своем университете. И как бы это... Как оно называется? Договориться о третьей карте с танком. Ты понимаешь, о чем я? К чему я веду? А у нас все здесь согласны играть вообще третью карту? Конечно, пацаны согласны. Пацаны, вы согласны? Не знаю. Да мне похуй, отлично. Мне очень нравится. Я, короче, ебашу артиллерию на вот этого пеха. Разбегайся, кто может. Там 4 человека, прием. Сейчас ем, да. У нас проблемы на маркете небольшие, БТР-ка. У тебя саплай есть? О, ты им пользуйся, особо не пуш. Саплай сзади тебя, паладин. За свет. Я стою за свет, паладин. Это мне на маркет двигаться? И БТР-ку слили, прием. Да. На маркет, да, надо бы. У нас тут толпень зашла. У нас толпень зашла. Все, меня уничтожили. Погиб я. Спота не будет. На маркете мне много врагов. Если медики есть, поднимите командира. На моем трупе есть враг. Я слышал автомат Калашникова. О. Че, дядя Паладин придет? Все, разобрали там? Нет, все еще на маркете есть, Рашид живой. Рашида пока не убьете, будет живой. Я опять умер, поэтому спокойно. Рашида еще убивает. И убивает, и убивает. Рашид, ну! Там и фланкер уже. Ну твою мать. Надо на скорее появляться. Меня убивают каждый раз, когда я появляюсь. Спота не будет. Может, ты респишься тогда на лоспэре? Я тоже так думаю. Тюка. Мне этот сканер взорвали, поэтому... Смотри, БТР-ка, едь к нашему сканеру. Я тебе туда саплай. Я сам. Держи, ёв. БТР-шку вообще в склад зайти. И это, склад на него надо сдать. Если у него номер есть. У паладина есть номер? По бетке плюха есть. Минус 2 под флагом, товарищи. Надо заходить. У них трое на... четверо на ярде. Маркет пустой. Надо прямо сейчас бежать во флаг. Даю вам ёв на маркет, там трое появилось. БТР врывается. Беттер, смотри, за вражеским беттером. Перед тобой будет. Сзади тебя на саплай есть. Ой, на ЮА. Он тебя уже убил. А. Там много тэшников, конечно. А у нас медики. Я арту по бетке дам. Вы можете со сквера бежать на констракшн пешком, сквад лидер. БТР, если у тебя номер есть, беги. У меня второй. Не надо на маркет, надо на констракшн забирать их главку. У БТР нет номера. Два, браво. Пожалуйста. Нет, это не номер, у тебя номер 15. Непонятно, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Порядок захода на сервер. Если ты заходишь последним, грубо говоря, короче, кто первым зашел, на того и скидывает. От этого зависит номерки. Очень плохо, все очень-очень плохо. Ребята, у нас сейчас хотят отобрать последнюю точку. Нам нужны защитники от сквера. Меня убили. Спота не будет.
Но есть UAV. Пользуйтесь на здоровье. Опа! Я не в ту сторону воюю. Так, скотчу констракшн. У меня арта. БТР их не разобрал. Я не на крыше, на крыше, БТР-ка. Разобрал. Тоже на крыше. Тупи. Суплай скин. Скидываю. Олдсквер забираю, сейчас появятся нигде будет. Все, вот и приехали. БТР-ка, ты не поверишь, каким китом я играю. Остановись, остановись, куда ты поехал? Садись. Ладно, поехали. Давай, вперед. Не, нам туда не надо, нам на ярд надо, на ярд кати, на ярд. Ярд отнимем. Осторожно, не врежься в столб. На ярде, блин, тоже народу. Нам главное доехать. Нам страшно. Короче, нам выезжаешь, страшно, сейчас останавливаешься, выходишь и бежишь на ярд сразу. Все, выходи. Там народу. Плевать, погнали. Подожди, я не могу найти точку. Я нам ее дам. Смотри, сзади нас обходит. Блять. Я его убил, но ты, братан, умер. О. Да он сразу меня начал стрелять. Ты что, запрятался за стенку? Легчай. Запрятался. Да, был бы я, был бы медиком, вот можно было бы вытащить. Да, я так и подумал. Он АТшник, а ты инженер, я тебя поднять не могу. Такая же мысль пришла, но я не смог ее разбить, потому что меня Алексей пушил. Да. Я с Гуфи поговорил, он, короче, что сказал? Он обещал третью карту, или он станет моим врагом до конца его жизни, дней его. Этих. Без этих. Ну, вы поняли, короче, не могу мысли выражать. Но мыслить логически я все еще способен. Ваше здоровье. Еще раз огрести осталось. Че, бухаешь ты хоть? Да день сегодня довольно интересный выдался на самом деле. Я имею в виду водку, пиво. А водку, конечно, ты че? Зачем мне это пиво? Пиво для какая-то херня. Старая Москва называется, классическая. Виски-кола самая нормальная. Виски-кола самая нормальная, но кто бы денег дал? Ребят, лайф. Все, играем. Опа, а можно рестарт? Нельзя, ну ладно. Вот. Сейчас сделаю. У нас командир с опозданием за... О, а сейчас командир зайдет очень рано. По-братски Александра, по-сеструнски я бы даже сказал. Смотри, 19 секунда командир, видала? Такой ты умничка, слушай. Какой ты счастливый. Он сопьется сейчас. Реально. Нет, я месяца полтора не пил, мне можно. Сегодня праздник, как бы, праздник, вы понимаете? Какой сегодня праздник, давай рассказывай. Если очень постараться, то можно любой праздник. Ой, апреля. Так, что видит Апач? Апач видит двух пехов, которые куда-то бегут. Сейчас я вам скажу чуть-чуть поподробнее. Значит, один бежит на олдсквер, а другой на ярд. Кто бы мог подумать? У них всего три пеха отрезалось. Четыре, но я четвертого не могу найти. Ага, четвертый на олдсквере. Все, я всех нашел. Они потихоньку резаются. Все под спотом. Я даю ёвчик вот так вот, вы разберетесь. Загрыли они вас? Артюлю дам на ярд. На ярд Артюлю даю. Скоро вы взяли, красавчики. Бетеру сразу саплай, чтоб не мучился. На ярд пехота заходит, прием. У меня блок спота, поэтому 30 секунд ни хера не будет. Прием. Всех одной гранатой загрейдил. Так точно. Ждите, Йов, блок спота. Йов дал. Ярд забрали. Вот, Беттер, живи, у тебя другого Беттера не будет. Если тебе Беттер нужен, не умирай. Саплай за тебя. На ярде. Уезжай, Беттер. Едь на олдсквер. На олдсквер едь, Беттер. Живи, главное живи, не умирай. А все, минус. Помянем.
Значит, пехота бежит на construction site. Нашу главочку, главочку нашу, атакуют. Вражеская пехота, американские вот эти вот... как их называют? Забыл слово. Никола, Гуфи, прожмите суицид, треснитесь на construction. Капиталисты, капиталисты атакуют главку. Коммунистическая пехота Китая требуется появиться и задефать нашу главку. Давайте, ребята. На главке. На главке. Спочу маркет как могу. Единичка, смотри, тебя пушат. Единичка, сзади тебя два человечка. Единичка. Три человечка, единичка. У тебя очень плохое настроение сейчас будет. Единичка, держись. У нас фулл кап практически, ребята. Дропните склад, дропните склад. Кромо, выйди из склада. Кромо, выйди из склада, спасибо. Главочку спочу. Все за победу. Жизнь за Нурзу. Life for our year. Красавчики. У нас три человека на главке все еще. Их требуется уничтожить. И на аутсквере человечек заходит под флаг. Прием. Два человечка под аутсквером заходят под флаг. Три человечка на аутсквере заходят под флаг. Три человечка под аутсквером. Ярд чистый, маркет чистый. На маркете командир есть. Три человечка под аутсквером все еще есть. Аутсквер забрали. Куда я отдавать? Ладно, дам вот сюда. Нет, констракшн не совсем не чистый. На третьем этаже констракшн. Четвертый этаж. Файфхед артиллерия. Файфхед артиллерия. Прием. Понял. Никого не убило. Жаль. Стойте, а констракшн чистый, да? Получается отлично. Надо ярд забирать и бетер брать, потому что у них уже катается он. Они все идут с ярда. Путь на олдсквер открыт. Сквад-лидер, сквад-лидер. Единичка, беги на олдсквер. Базарю, не беги на ярд, не беги на ярд, беги на олдсквер. Там путь открыт, пусть пехота воюет Крома, на констракшн. Крома, пошли за мной, Крома, за мной. Не туда, бетер, не бетер, туда. Бетер, не так уж открыт. Это ты уже путь, это ты потерял момент, потерял момент. Опять, делай что-то с этим, со своим микрофоном. Да я не могу, вы просто говорите, что-то нажимать кнопки. Мне нужна пауза, я тогда починю. Там просто изоляция. Я говорил Эсси Дрейну, что если не будет танковой карты, будет проблема. Я говорил, говорил, минус два сортимента. Господи, как же этот командир бахает артиллерию. Вот это да. У нас БТР под флагом, нужны АТшники. Вообще нас зажимают. Я минуснул БТР. Молодец. Не, ну дядя был один. Опа! Да. Меня убили, фука поставили. У них стрелки классные. Это фланкер какой-то, Рашид, Алекс. Кто это сказал? Никнейм назови. Я, Паладин. У них Паладин стрелки Шарик. Ну, да, Рашид хорошо. Я с Рашидом сколько общался, ну по пехоте вообще зверь. Сука, бист. Да, кто у нас там просто бист. У нас, я говорю, в команде Артём, который... Пойду поговорю с Эсси Дрейном. Подождите. Сейчас я договорюсь на третью карту. Я же говорил. Давай танковую карту, или ты мой враг до конца жизни, ты обещал. Все, погнали. Давай. Какую? Давайте... Нет, Кубра это хуйня. Давай что-нибудь такое, чтобы танк зарешал, как бы. Ага, заебись, ты тут решил оторваться, блядь. Вы выиграли нас, джелобать все равно. Давай по-нормальному сыграем, чтобы хотя бы счет был равный, чтобы игра получилась. Давайте Машку. Машка подходит. Машку. Давай. Машку или Каркант? Машку или Каркант давай. Машку нахуй, в пизу Каркант. Каркант вы нас слишком сильно вынесете, но мы там за американцев что-то, может быть, сделаем. Я ебал этот Каркан, давайте Машку лучше. Хорошо. Давайте Машку. Все, договорились. Машка, да? Два пулика, да? Так, ребята, сейчас
мы танкиста посадим в танк и будем играть маштур. Вы все согласны? Отлично. Один. Один ушел. Ничего. Вернись, братан, вернись. Один уж. Он все, он спать пошел. Его же жена говорит, типа, ты не офигел? Понял, он пошел спать. Сказал всем доброй ночи. Жене бы была ошибкой. Так, надо восьмого игрока. Скажи, то ли я холостой, да? Никаких проблем, ни детей. Плюс, плюс, плюс. Я на самом деле хотел бы детей и не холостым бы. Ну, вообще можно завести детей, вот когда у тебя есть вот квартира и квартира для ребенка, вот тогда можно заводить. А если у тебя этого нет, то вот смысл, что ты ему дашь? Вообще, именно поэтому я и выпиваю за социалистическую мировую революцию. Я вот за свою жизнь понял, что вот ты сегодня можешь богатым быть нереально, а завтра просто на дно опуститься с каким-то коронавирусом. Ты жизнь познал, я смотрю. Да. Просто коронавирус и все, и минус бизнес. За капитализм. Например. Против капитализма уже выступаешь, за социализм? Не знаю. Я не знаю, за что выступать. Если не знаешь, за что выступать, выступай за социализм. Я за Орду выступаю. Можно я за Орду выступлю? Не надо за Орду выступать. Орда — это вымышленный персонаж, а вот социализм — это нормальный персонаж. Так, я тут на БТРе буду, не против? Ты на танке, я на БТРе. Как тебе такая идея? Предложение мне на танке мне очень нравится. Оно мне всегда нравится. Ты на танке, я на БТРе, все. А там решайте. У нас еще одного нет. У нас проблема, что у нас женатый человек ушел к жене. И у нас осталось... Насчет женатой я пошутил, но я так думаю, что просто у него время... У тебя очень сложные шутки, я не понял твой юмор. Ну, может, он не женатый. Всё, я пошел на крышку. Сколько я себе говорил, не верь этим людям, не верь людям. Но чертова партия мне постоянно говорит верь, я верю партии. Голоса в голове, да? Нет. Не верь людям, не верь. Не уйди голосом в голове, этим гадом. О, господи, как же хорошо жить. Блин, ты его не позовешь. А Дракоша что говорит? А Дракоша, он сказал нет. Подожди. Сейчас, погоди, я еще раз напишу ему. За такое время все могло поменяться. Я ему уже написала. Это тебе, знаешь, что было? Это карма. Так. Кого еще можно позвать? О. Так, все, надо знать, когда надо остановиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я же на танке буду. Да. Александра, это будет моя не самая лучшая игра. Короче, их танк минус. Я минус нового, все. Играем. Я свою еще написал. Играем. Там мы шестерых, а мы завалим. Ну что вы начинаете, как дети малые? Нас во-первых. Во-первых, а на войне, когда ты будешь говорить, что нас шесть, мы не пойдем воевать. Пойдем, конечно, господи. Ну, тю, так, конечно, там такие вот войны выигрывались и при худшем раскладе. Так, это ж Паладин говорит? Да, дядя Паладин. Паладин, а ты во что еще играешь? Я играю в Call of Duty, Blood of Death 2, получается.
Жаль, у нас с тобой нет перекрестных. Ты мне нравишься. Ты откуда вообще? Генералы играю. Я стратегии люблю. Герои пятые, генералы. Я в Warhammer играю, паладин, понимаешь? Да. И StarCraft 2. Я тоже стратегии люблю, но мы в разные играем. Я и генералов знаю, и как бы это, то, что ты до этого сказал. И этот как его? Герой пятый? Да. Вообще, я, правда, офигенный. Третий предпочитаю, но пятый тоже неплохие. Короче, пятый, смотри. Вообще, мне кажется, это пятый, это вот вообще офигенно. Но ну, третий это классика. Третий это классика, как пятый 2. Неплохие. Это как Battlefield 2. Короче, паладин, я тебе что-то хотел сказать. Подожди, я забыл. Блин. Шамиль сейчас придет. Вот это ты интересного игрока, конечно, нашла. Я знаю. Ой, я сейчас с Шамилем поговорю-то, господи, он-то любит, когда я это... Операция 40 градусов-то начинается. Ох, это вот вообще отличный разговор будет с Шамилем. Шамиль, привет. Подожди, мне нужно вспомнить, что я хотел сказать паладину. За игры ты что-то хотел спросить? Совет, может, не, я хотел сказать, что мы с тобой, как бы, мы не пересекаемся между игр, но что-то я тебе хотел сказать. Скачай. Mortal Kombat. А какой ты любишь играть? Я в шутер я на Сеге в Mortal Kombat был непобедим, меня никто не мог убить. Не, меня все побеждали в Сеге, не было поэтому. Я не знаю почему. Вот в генералы играют, я с кем... О, стоп, Властелин колец не играл? Стратегия. Старенькую, которая там Lord of the Rings. Да. Просто нереально меня снести. Я по сети играл со всеми, с кем мог. Такого ламал. Я помню, чувак говорил, да я тебе сейчас сделаю, все нормально, тебе будет, ему с матами говорил. Пожалуйста, 5 минут боя его разнес одним отрядом. Ну, в стратегии я страшный задрот. Это потом тут я такой новичок. Я его скачал, ну, может, где 5 на этот бой. И я играл не по сети, я в эту... А в колду не играешь? Да, я так играл, Modern Warfare 2. Шамиль пришел, все отлично. Какой Шамиль, вы чего гоните? Одинокий волк заходит за командора. Нет, Шамиль, мы привет. Мы уже тело нашли. Так. Шамиль, привет! Бля, сейчас это своими прострелами заедет. Сидрейн, вы выиграли все карты. Давай ты это насчет дисбаланса. Я просто человека напрягли уже, ладно. Ну, в смысле, я тоже уже несколько человек. Вы нам непонятно кого подсовываете. А к нам профессионал заходит. Шамиль, я тебя скинул. Шамиль профессионал, подтверждаю, пусть заходит. Нам он нужен. Шамиль! Шамиль, прием, Шамиль, привет, Шамиль. Я человек, ром пользователя 1%, 1% это не будет. Артём, ну что, давай туда волку, что ты так, что ты заходил? Да, пускай заходит. Да. Зайдет быстро, да? Он уже сейчас заходит, он уже здесь. Да я не могу вспомнить, что я хотел сделать паладину. Нехорошо. Нет, нехорошо, это плохо. Шамиль, нас победили на двух картах. Я захожу. Поэтому нам требуется помощь серьезного человека, такого как ты. Прям ух! Я там где буду играть? В пехоте, Шамиль! Да-да-да, ты здесь, ты с нами? Один, что да? Я что, один, что ли? Нет. Прием, Шамиль, ты меня слышишь? Я хрома шарит в этой игре. Почти, да замьютили. Замьютили. Просите Шамиля размуты. Меня, пожалуйста. Он просит тебя размутить. Он говорит нет. Ну чё он такой, он не компанейский, я расстроюсь. Чё ты такой не компанейский, он расстроится? Ну, пусть сначала, как бы, протрезвеет. Короче, слушай, он сказал, бутылочка водки, и всё, и он подумал. Это не точно. Нет, тебе, да, тебе к нам, где как раз-таки Apache я. Тебе туда нужно. Привет, Шамиль, привет. Все, он разбил мое сердце. Я... Что с людьми не так? Ну что такое? Вот... Разбил его сердце. Крома, ты мне, конечно, чинишь. Я благодарен. Я сказал, 1%
Это не мульт. Так что все. А, ты на одном патенте. Да. Ну я все равно не слышу. Это как эхо, знаешь? Шум. Шум эхо природы. Шум природы. Как это? Как ручеек? Журчи, да? Ну да, как птички. Ну БТРщик, да, хотим номер делать? БТРщик, хотим номер делать? Да, конечно, хотим. Но они уже перезаходят. Нужно нам подождать. Номер, трюк. Как в цирке трюк БТРщик. Чё ты сыграешь? Кем играешь? Ты пехота. Чё, не хочешь? Подзадолбался уже сегодня. Да мы тут уже все подзадолбались. Как твои курсы по-английскому? Нормально. Я просто сейчас еще на других курсах, поэтому у меня еще времени меньше. А какие вторые курсы, если не секрет? По программированию, типа. А. На английском такой, типа, лайтовенький, я бы так сказал, но, ну, типа, за свою цену нормально. Ну, типа, там просто 2 часа в неделю, и у нас сейчас как бы должна быть 4 человек, а у нас... Александр. Да, у нас сейчас там, типа, мы как на B1, но мне кажется, я B1 не прям. Для меня много в плане именно разговорной речи. С разговорной речью, типа, проблема. Александр. Так-то я, в принципе, практически абсолютно все понимаю, но болтать там что-то. Александр. Чё тебе надо, Апач? Как переводится мой никнейм? Не знаю. Ну типа непризнанный, непризнанное общество. Я не знаю. Я сапачом. Почему ты говоришь, что это непризнанное и непризнанное общество? Как-то ты умудрилась чё, такое перевести. Ну, типа unkind. Я не знаю, честно. Я, конечно, умная, но не здесь. В смысле не здесь? У тебя там 90 с чем-то баллов на этом ЕГЭ по-английски. Нет, ну хорошо, Kindle. Kind. Kind добрый. Нет, Kindle. Kindle? Это Дуду. Ну, я такого слова не знаю. А теперь я знаю. Теперь я умная, правда? Подождите-ка, вот это становится интересно. У них там 3 топора, это опасно. Ну да. Есть ли здесь все человек, который может перевести мой никнейм? Типа тебя... Я поняла, что смысл. Но это не точно. Александра. Кто? Ты хочешь от меня? Александра, смотри... В личные сообщения, Александр. Я пойду чек заверну. Да я уже посмотрела. И что ты думаешь? Ну, типа, то, что тебя... Нет, не... Как сказать-то? По-русски. По-русски. Ну, типа, ты не сгоришь. Вот, ты будешь играть, тебя там будут убивать, но ты не сгоришь. Хорошая попытка Александра, но нет. Ну, тогда и ладно. Тогда я не буду пытаться больше. Нет, ну, перевод правильно, не горящий. Правильный перевод. Если использовать как бы современный интернетовский сленг, то как бы можно, естественно, подумать о том, что человек имеет в виду не горящий, в смысле подхёрт устойчивый. Но мой никнейм это в отношении... Слушай, извиняюсь, конечно, что перебью. Александра, а ты в радио нигде не работаешь? У тебя голос, ты знаешь, что радиоведущий. Нет?
Нет. Ну у тебя с дикцией так четко просто. А вот как знаешь, новости там, может, не знаю, типа канал или радио. Ну, у меня дикция хорошо, потому что. Дикция очень хорошо. Иди в радио. Ее голос совершенно обычный девчонки. Ну не девчонки, а женщины. Ну вот у меня. У меня знакомый радио держит, короче. Он был, ну, в моем бы городе ты продвинулась бы, я тебе так скажу. Я тебе хочу сказать, что просто вокалом долго занималась, поэтому... Да. Александра! Тебе повезло так. Личный реквест, спой, занималась что-нибудь? Или родилась уже с таким голосом? Мне кажется, ты врожденный, да. Ну, талант есть определенный. Чего опасно? Вот, знаешь, спой, пожалуйста, что-нибудь. Мне вот мой отец рассказывал, что вот у каждого человека своя предрасположенность есть. Вот если у тебя, допустим, отец военный, и сын у тебя не военный родится, он кем угодно может стать, понимаешь? Вот ты с рождения, вот, ты знаешь, предрасположенность, допустим. Интересные ты вещи говоришь, да, конечно. Вот у тебя к вокалу, вот у нее. Ну вот он, у нее вот дикция вот, вообще отличная. Нацисты говорит, примерно в 41-м так же думают. Она может на радио там, допустим, с вокалом, как-то, я не знаю. Выступать с ними, знаешь. Ну это везде, понимаешь, в России тяжело пробиться. Паш, если ты хочешь, чтобы ты поймал. Ладно, потом, потом! Давайте уже бахнем Battlefield. Да, а? Давайте, давайте. Меня этот жук Шамиль замутал, чтоб ему. Подождите, вы реснулись? Подождите. Дети телевизора боялись. Это сервер такой нормальный, что тут как бы туман, да? Да, да. Это чтобы не было. Кастомный, что ли, да? Типа. Игрушки всякие. Да. Все, лайф, Apache в негодовании, что ты его замьютил. Ну, сам виноват, что сказать. Да ну его. Сам да виноват, ну, еще да. Говорит. Сам виноват. Я дублирую. Зачем? Я на кроме появлюсь. Поближе к танку, если можно. Так у нас командир-то будет. Ладно, ты командир. Я командир. Я на батарее, я же рассказывал. Я на батарее был. В танке раз. Так, погодите, кто командир? Знаю, командира. Помнишь, я говорил, я на батарее поеду, ты на танке. Ты такой, да, да, хорошо. Офигенная идея, да, Паладин, класс. Молодец, блядь. Было такое? Это НЛ или РЛ? Это НЛ. Помните, у нас есть командир. Кто хочет с командиром быть? Танки два. Ага. Интересные у нас тактики, конечно. А знаете, кто командир? Потому что на батарее я офигенно сделал. Ой. Давайте НЛ. Рестарт делай, Александр. Чё терять-то, господи? Кто командир? Я? Просто выбер одного. Кто хочет быть командиром? Точно не я. Я хочу быть танкист. Ты... Назначи все. Любого. Все. О, тут же всемиром можно в отряд заходить. Выбери любого человека рандомно, пальцем тыкни. Никола, скажи, не хочешь командовать? Да, сейчас я стану командиром. Все, потрясающе. Николу, конечно, он рестарт, хороший. Ебаните, а то я его написал. Зря вы Николу командиром поставили, он хороший человек. И рестарт, ебаните, а то я рестарт. Все, 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 теперь все, пишите все. Лайф. Вообще отлично. А я слышу, он там что-то шепечет, да? Простите меня, пожалуйста, да? Ну, блин, забавно. Я просто, блин, не хочу свои нервы портить, поэтому я его замутил. А почему? Что, он же не мотивает? Зачем? Да ну нафиг. Адекватный человек. Да. А если бутылочку тебе принесет, прости, могу так и быть. Ну если сядет, принесет тебе бутылочку. Ну сначала поставлю. Забыл приносить бутылочку. Какую тебе? Не мира, кто ты делаешь? Давай. Сколько можно рестартовать? Дроп сквада на гуфе. Какой дроп сквада? Я здесь у вас сижу, вы же, блядь, не пишете лайф опять нахуй. Мы же написали лайв несколько раз. Не было ни одного сообщения, блядь, я не видел. Было. Я тебе подтверждаю. Как... Классики. Короче, я сейчас захожу назад, делаю рестарт и поехали. Блядь. Да-да-да, ну, хорошо, хорошо. Делай рестарт, потому что надо рестарт. Рестарт, потому что они танки построили. Поэтому.
Я ихнего этого чувака. Помоги мне. Вот этот рестарт они не увидели, потому что я танкиста ихнего убил. И танк забрал. Александра, напиши, ответим что-то. Александра, Александра! Пишу, пишу. Хороший сегодня день получился. Неплохой, как минимум. И он еще не закончен даже. Да беги ты! Так раз. Ну вот ребята в крышу полезли. Паладин, закрываешь танк. Танк раз. Все, танк минус. Я флаг сейчас заберу. Но... Прикрываешь меня. Спот, спот. Это провокация. Это я этого не делал. СЛ проходит или кто это? Короче, проходит. Вендер, ты как появишься, Антик кинь саплайн на Норсбридж куда-нибудь. Кто у нас? Николай команда. Норс. Если бы ты меня сейчас не замотал, ты бы имел информацию, что я сейчас Норс отбил. Марс. Сейчас кушу буду, заходить буду грустно. Флаг против. Флаг против, тут медик. Флаг зайди в зону. Танк минус. Поставил в крышу, зайди, и там сиди наверху. Танк минус. В танке две плюхи. Танков много. Хватил он Норс будет, Норс еще с... В народе там вообще бесполезно. Понятно.
выбил. Они где? Не должен. Я минус. Там все рядом стоят. В танке плюха есть одна. У нас нож. Рома, поднимайся наверх. Знаешь, сейчас у тебя все есть. Еще одна плюха. Минус танк. Потрясающе. На фоке еще раз. Скотно, где бегу? Дром, братан, ну тебе надо куда-то идти. Танк дымится. И там дымится. Мне нужно, чтобы на носе кто-то помог. Вы там сверху медики. Вы вообще ничего не делаете. Я один только. Погляньте. Я думаю, АТ мало. Там крас. Поднимаются. Но сейчас не поднимаются еще, сейчас будет заходить наверх. Поднимаются два тела. Один за флаг, по флаг, едь на флаг. Поднимается еще одно тело. Сколько у меня ракет, это разные ракеты. Да, всех стрелы. Снизу, снизу поднимается. Он грин. Может быть, ТР попробует проехать на сам сдох? Давай. 40 ха. Я поеду. Не готов, конечно. Ну, проблема в том, что нет номера у БТРки. Тогда пусть помогает, просто надо с бридж поставил так. Там красный. А нельзя складного кидать? Справа, нельзя ко мне кидать. БТР, приходи, с бридж помогает. Я подниму флаг. Сал. Раз опять. Мне просто дроп интересно, склада. Сколько дроп у них отдельно. Дроп склада. Отлично. Танк раз. Танк дымится. Только точно там БТР. Да, да, сейчас, секунду.
два тела у них, три тела на крыше. Там машинка идет. На саус-блок хотим. Три секунды. У вас там практически нету никого, там 5 тел наверху. Машинка, наверное, бегает в пункт. Атака на Норсбридж нужна. Крома, проходи на Норсбридж. Крома, скинь сквад. Вот Александра и Вадик, сколько времени? Я уже появилась. Не вылазь, говорю же. Вадик, появляйся на прям на флаге. Грень, 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 грень. Минус все. Его рез. Два пехотинца на крыше, гляньте крышу. Я на блоке. Выбейте с крыши всех людей. Там как раз. Бета. Одна есть. Не сняли. Если так, то ладно. Под флагом есть противник. Ну надо пишет. Ну надо атаковать Construction, нам нужно всегда атаковать Northbridge. Чёрт бы, да. Я попробую терпеть. Можно я в следующем раунде попытаюсь с ним? Минус бета. Можем собирать. Вот. У них там на крыше еще антитанк. Делать атаку на себя. Я забираю один раут. Я по танке туром попал. Да как он так вышел? Уезжай, БТР.
Можно я не на этом спавне хоть раз появлюсь? Минус танк, ребята, минус танк. 30 секунд до спавна. Помогите мне с БТР. Минус Б. Идите танк забирайте, сейчас танк появится. Мин бежит. Танк появится 3 секунды. Разобрал двоих там. На крыше стол. Надо ПТшку закрывать. Получается этот минус. А, так, точку. Джаред, этот проедет на этот, на North Bridge, Гуфи. А, ну, все, в принципе. Да, и скинь себе джойн. Он выйдет в поле. Попадает прям в башку сразу. Бей БТР, бей саплай БТР. Плюха есть. В этот раз. Хотя 10 тикетов. Можно я потом надо сейчас на батарее покатаюсь? Вот так вот. Ну, я не знаю, Кладин согласен. Да не, мне все равно, я без разницы. Картинки нет на этом сервере.
Вообще калач, это не танкист. Он сплэши не дает. Так, получается, нужно выходить мне и Кроме. Крома, выходи с сервера. Скажите мне, как заходить, хорошо? Первая вышла, да? Да, ну там посмотри. Там рестарт будет. Да, туда будет рестарт. Я зашла. Заходи, кто там? Крома, заходи. Какой пароль, напомните? Пиф-паф. Маленький мультик. Так, и нужно теперь поменяться для усилов. Кроме, получается, еще раз нужно будет выйти, да? Да. Или Дикейн, ты поэсэлишь? Ты меня без разницы. Давайте Шамиль поэсэлит. Тогда не будем меняться. Пусть как они решат, что-то тут просто все молчат, я хз. Я говорю, но ты, Дудон, меня замутал. Он говорит, но ты, Дудон, его замутал. И? И он тебе говорит. Да ты переводи, зачем тебе? Просто замутал. Так чё, как играем? Так играем? Да-да-да, всё. Иди лайк. На Норсбридж! Короче, как и делал, все правильно. Да, ты и Гуфи. Ну, Джаред — это Гуфи. Напишите кто-нибудь лайв. Напишите кто-нибудь. Я лайв. Сажусь в танк, ты там берешь машинку, тоже едешь на Норсбридж. В смысле ты в танк садишься? На F2 он садится, да, успокойся, женщина. Все, не грязись на меня. Чем моим любимым? Почему? Калачом! Интересно здесь. О, народ, где? Их дом. Так, танк. Ёвку, ёвку нужно. Командир. Танк этот, блядь, на... Сейчас я появлюсь, я отходил. Танк раз. По танку попал. Не заходит. Блять, не заходит. Я приезжаю на саутблок. Ой, на этот блок. Как роду, который сейчас есть этот танк. Тогда дроп на меня склады и там можно будет суть следить окружать. А на меня нужно будет... А, подождите, там БТР приезжает. Он еще в задницу долбит, он ничего не видит, как обычно. На меня дроп можно оформить. Давай, давай. Только у нас с одной тела пришел с снайпером бегать. Да. На меня можно. Чек на бровку. Вот и снайпер понадобился. Да, конечно. Да нет, это бесполезное тело, его надо темпирить сразу. На мне рысь. АТ. А там на Джареда. Джаред, выйди. Ну что, Дикейн, давай запушим Дудона. Дикейн, давай запушим Дудона. Так, на мне точно помогли? Скиньте. Кидываем. Я пошел точку отбирать. Enemy, enemy,
пожары. Кто там на танке? Дай склад. Пожар. На танке. А, блин. Чуть-чуть. Надо нам меньше мира. Давайте. Выход стоит пустая. Он на саутблоке. Оно я под танк. На так, давайте я еще раз буду проезжать на саутблоке. Сейчас приеду. Под флаг зайди. Помоги, вот. Ох, Крома, Крома, воюй, не надо меня чинить. Спасибо, конечно, но не надо. Под флаг заезжать прямо? Ну да. Я попробую пешком внутрь пройти. Технику помнишь. Бойтер минки поставил, то есть он чисто на тере будет ПТР, ПТР и танк. Саш, просто пушки. Народ машин в базе.
дефать... Supply нужен. Okay. Reverse bridge. Убрал этого одного. Четкий раз, дайте еще. Он сейчас танк. И куча бомжей идет кушать. Ветка минус. Только они... Ты можешь вниз спуститься и тех, которых перебегать, убивать. Так, вниз, можно, пожалуйста, точку поставить? Да. Боком встанешь, и там, типа, чёрт, которые бегут, они уже забегают. Выйдет, просто... Хуни твои выкопите, пожалуйста. Уезжай, уезжай оттуда, просто уезжай. Уезжай. Я в этом дам. Он не пушит. Встал. Палачик простреливаю. Делай. Могу, к сожалению. Я покручу. Я одного выбил. Палачик. Ну я его... В этом базу пушит. Я бетер попробую дать. Бетер одна есть. Вот чисто. Вы справитесь? Да, конечно. Я тут все не успеваю. Даже на мост с саплаем не попал, господи! А Норс? Норс? Танк пушит Норс! Флаг, флаг Норс. Танк раз. До свидания. Выпущен, выпущен Норс. Опять на выпуске. Смотрю, что выпущено. Саша. Чё, чё, где вы? Выпущено. Я не знаю, что это выпуск. Ну, перепрыжка там, где прыгает. Да, да. Уезжай, уезжай оттуда. К тебе идут, просто уезжай. Бетер тычка. Бетер минус. Танк минус. Саплай минус. Рот, толпа. Одного дал.
Да, все. Танк он какой-то. Я тут одна точка. В этой резкости. Supply номер с крышки, да. Нам суицид делайте. Нам очень нужна помощь на North Bridge, а тэшнулки. Танк раз. Главка между нами Норс. АТ-шками, АТ-шками. Какого хера? Сейчас танк. Там карта качает, да может бриджи, скорее всего. Сейчас на контракшн приезжает танк БТР. Флаг, Норс. Беттер на главку бьёт. Норс снимает. Там загасить все, достать. Enemy armor spotted, being overrun. Enemy infantry spotted. Я, по-моему, выбил БТРщик, поэтому забирайте. Отойдите, я там убил его. Supply на танк кидай, слева от меня, ладно, понял. Где меня? А нету supply? Нету, так нету. Ты видишь? Да.
одно от Тикета осталось. Все, все, заканчиваем. Да. Ладненько, всем пока тогда. Покеда. Хорошая игра. Давайте пока. Пока. Иди отсюда. О май гад. Что, теперь на ты геймер пойдешь, да? Нет. Добить настроение.